недавно перечитал ряд интервью Леси Гангадзе, матери погибшего журналиста Георгия, и в частности, у нее возникают большие сомнения. Мне кажется, очень много осталось нераскрытых тем, и мы не получили ответы на многие вопросы, которые касались исчезновения и гибели журналиста Георгия Гангадзе. Яка ситуація виникає? Прізвища, які називалися у ході цієї справи, зараз ставлять під сумнів. Ви говорите, що, можливо, появляться нові прізвища. Можливо, появляться нові прізвища, і це буде політичний компромат, чи це буде дійсно розвиток справи далі? Я, знаете, на тот момент хорошо знаком с ситуацией, поскольку это резонансное преступление вызвало не только, скажем, колоссальные последствия в Украине, но и в мире. Я полагаю, что здесь необходимо понять, насколько активно было вмешательство иностранных спецслужб и тех людей, которые фактически инициировали прослушивание кабинета Кучмы. Вот маленький пример. Например, в марте 2001 года в газете Financial Times известный финансист Джордж Сорос, он также знаком нам по, скажем так, проектам продвижения демократии в различных странах, призвал президента Кучму временно уйти с должности и отдать власть премьер-министру Украины. А кто был на тот момент премьер-министром Украины? Мы хорошо помним. Виктор Ющенко. То есть, знаете, были попытки приведение к оранжевой власти еще тогда, в начале 2000-х годов. Но я думаю, что вся эта история, она не носит исключительно, знаете, такой примитивный уголовный характер, что кому-то не понравились публикации Георгия, и кто-то решил с ним рассчитаться. Я думаю, что здесь колоссальный, знаете, проект против государства Украина, который принес колоссальную нестабильность и политические последствия, которые переживаем мы до сих пор. Насколько я вас правильно понимаю, смерть журналиста, убийство журналиста в этой ситуации, как бы это не страшно звучало, но это маленький ланцюжок у великому, якомусь величезному проекте, политическому проекте, и за кордон тут уже чіпляється. Чи може це означати, що ми взагалі ніколи правди не дізнаємося, грубо кажучи? Або жодна версія не буде сприйматися як правдива? Безусловно, достичь істини і правосуддя ми просто обязаны. Це наше, скажімо, обов'язання, в тому числі перед мировим сообществом. Но мне кажется, что во всей этой, знаете, трагической истории нужно понять одно, что для достижения политических целей все средства хороши, никто не остановится ни перед чем. И это самое опасное, что может быть. Поэтому здесь, мне кажется, нужно до конца понять и причины такого сомнительного самоубийства Юрия Кравченко, и то, что происходило накануне, и все те события, которые разворачивались последующим образом. И, на мой взгляд, здесь, знаете, еще рано говорить, окончательно делать выводы и понимать, насколько серьезно были те процессы, которые привели к подобным событиям в стране. Не всі навіть ваші соратники вірять, що справжні замовники вбивства Георгія Гангадзе будуть притягнуті до відповідальності. Ось що кілька місяців тому після рішення Генпрокуратури про продовження слідства у справі заявила Ганна Герман. Ми повинні в Україні судити живих і шукати живих. Тих, хто замовив і тих, хто призвів до цієї страшної трагедії. Я рада, що прийнято таке мужнє рішення. Слідство буде продовжено. Але я не зовсім вірю, що будуть названі справжні замовники. Минуло багато років, сліди позамітали. Кого розстріляли, кого забули, з ким домовилися. Валерій Ілліч, така довготривалість справи, можливо, це і є результат того, що хтось з кимось домовився, а великі політики домовилися, і зараз фактично отака ситуація виникає зі справою Гангадзе. Знаєте, нічого не мішало предыдущі 5 років Віктору Ющенко добитися істини, розкрити це резонансне діло, те, що він обіцяв, прежде всього, своїм сторонникам на Майдані. Я думаю, что, безусловно, если в этом процессе участвуют достаточно серьезные силы, будет крайне сложно добиться результата. Но в то же время новый генеральный прокурор Виктор Пшонко, он четко заявил о том, что в ближайшее время материалы этого резонансного дела будут переданы в суд. Поэтому и здесь есть надежда, что уже в результатах слушаний в суде мы можем
узнаем и всплывут определенные нюансы, которые были до этого неизвестны. Я надеюсь, что многое будет проясняться в дальнейшем, если мы действительно, знаете, хотим добиться правды и правосудия. И, знаете, маленькая такая ремарка. Я вот, идя на эфир, сделал себе подборку различных фактов избиений и посягательств на жизнь журналистов за период, последний пятилетний период, когда президентом был Виктор Ющенко. Этих фактов десятки, начиная от главного редактора новой каховки газеты «Деловые новости», которого жестоко избили, поджог квартиры корреспондентов газеты «Киевские ведомости» в Херсоне и так далее. То есть это то, что происходило, этому тоже надо было как-то давать оценку и говорить о серьезной угрозе свободы слова, которая под демократическими лозунгами присутствовали в Украине весь этот период. Цей процес, на вашу думку, припинений, чи все ж таки такий тиск на журналістів продовжується? Я думаю, что здесь, мне кажется, ключевой является позиция президента Украины Виктора Януковича, который достаточно твердо и решительно настроен на то, чтобы все процессы демократизации общества и свободы слова неуклонно соблюдались. И я убежден, что для нас очень важно, чтобы Украина сегодня восстанавливала не только доверие к себе, но и демонстрировала приверженность к тем европейским ценностям, которые мы ставим для себя как приоритет нашей внутренней и внешней политики. В такому разі ми нагадаємо про такий процес, який є характерним для нашого життя зараз, вірніше, не для нашого життя, а для життя певних осіб нашого суспільства. Слідчий ізолятор, де перебуває Пукач, місце у філософському сенсі невизначеності. Там підозрювані лишаються, допоки триває досудове слідство. Інколи таке перебування може розтягнутися на роки, хоча за законом має бути не більше 18 місяців. Пригадаємо, хто ще сидить у СІЗО. Алло, товариш. 17 місяців Олексія Пукача тримали під вартою, допоки тривало досудове слідство за його справою. З липня 2009-го, коли екс-генерал-майора затримали, і до сьогодні Пукач перебуває у відділі забезпечення досудового слідства СБУ у Києві. Один із його сусідів – колишній депутат Віктор Лозинський. Звинувачений у вбивстві мешканця Кіровоградщини, екс-бютівець під вартою уже 9-й місяць. 1 березня цього року він сам з'явився у Генеральній прокуратурі. На рік раніше, 9 березня 2009-го, працівники СБУ затримали екс-суддю Ігоря Зварича. Під вартою він знаходиться найдовше серед цієї віп-трійці – вже 21 місяць. Щоправда, у жовтні він вже стояв перед суддями, а до цього сам затягував хід розслідування та передачу справи до суду, запевняли правоохоронці. Для цього екс-суддя нібито навіть намагався з'їсти 600 сторінок справи. Проте адвокат Зварича цю інформацію спростовує. Тривале перебування під вартою під час досудового слідства – сумна традиція для України. За законом, досудове слідство не може тривати більше 2 місяців, хоча в окремих випадках цей термін може бути подовжений – до 4, 9 та навіть до 18 місяців. В останньому випадку це відбувається за погодженням із генеральним прокурором, його заступником або суддею Верховного суду. За даними, які «П'ятому каналу» надали у Комітеті з питань правосуддя, на 1 липня цього року під вартою на час досудового слідства перебували близько 40 тисяч осіб. З них більше 2 місяців – майже 13,5 тисяч. Більше року чекають завершення слідства – 96 громадян. А 8 осіб перебувають під вартою більше 3 років, що є прямим порушенням закону, вважає депутат Валерій Писаренко. Навіть після початку судового розгляду справи дехто з підсудних залишається під вартою тривалий термін. За статистикою парламентського комітету, майже 2 тисячі підсудних чекають вироку більше року. Олексій Братущак, 5 канал. Отже, люди роками сидять у СІЗО. Ілюстрація того, як працює не лише слідча система, а й пенітенціарна також. Скажіть, будь ласка, можна чекати врегулювання цього? Я ні в якому разі не стаю на захист цих людей, це має сказати слово «слідство», але все ж таки. Безусловно, я думаю, что существующее положение дел в стране, оно не устраивает абсолютно не только правозащитников, но и наших граждан. Это не устраивает прежде потому, что в вопросах кассации сегодня в Верховном суде накопилось около 60 тысяч различных дел. И сама система, она работает не просто инертно, она не соответствует даже тем требованиям элементарным, которые сегодня
определены для нашего, скажем так, не только развития, интеграции, но и соответствия тем нормативам и принципам, которые есть сегодня, в том числе и в Европейском Союзе. Поэтому здесь, мне кажется, мы говорим о самом явлении, которое сформировалось за последние годы, потому что привели в сюжете Лозинского. Это, знаете, человек, которого трудно назвать человеком. То есть это тут, знаете, тут не людь, которая считала, знаете, была, скажем так, развращена безнаказанностью, и для которого человеческая жизнь абсолютно ничего не стоила. То есть когда система сращивалась и деградировала вокруг полного, знаете, полной вседозволенности, когда вовлечены были местные прокуроры, руководители местной районной милиции, карманные судьи и так далее. То есть и мы реально видим, что это не только происходило в Кировоградской области, это имело место и в других регионах Украины. Полная вседозволенность припинена? За один день ее сложно предотвратить, искоренить, но я убежден, что сегодня это должно быть основным приоритетом. Если мы хотим, чтобы Украина была правовым государством, мы должны элементарно требовать сегодня от правоохранительных органов соблюдения закона. И я думаю, что Генеральная прокуратура, она в конечном итоге должна себе, знаете, вернуть надзорные функции и все-таки более жестко реагировать на любые нарушения законности со стороны правоохранительных структур. Мы должны в большей степени уделять внимание расследованию тех фактов нарушений, которые имели место с точки зрения злоупотребления бюджетными средствами, служебным положением и так далее, чтобы для наших граждан не казалось, что кто-то сегодня организовывает, знаете, охоту на ведьм и пытается преследовать своих оппонентов. Поэтому здесь, я думаю, что у правоохранительных органов есть достаточно материала для того, чтобы эффективно бороться с теми злоупотреблениями, которые имели место. Якщо зараз опустити ці в наші внутрішні українські справи, повернутися до справи Гонгадзе, у всіх на устах зараз сайт, який називається Wikileaks. Як ви можете охарактеризувати цей проєкт, як би ви його оцінили? І скажіть, якщо на шпальтах цього сайту з'явиться інформація про справу Гонгадзе, як українська влада буде реагувати? Знаєте, я хочу согласитися з таким определенням, як проєкт. Для мене це також представляє определенний інтерес. Я даже в подлиннике стараюсь искать, находить документы, которые касаются, например, фактов продажи и незаконной торговли оружием с Украины в памятные события 2008 года, которые происходили на Южном Кавказе, и многое другое. И, знаете, с любопытством наблюдаю, когда отдельные украинские политики на перегонки опровергают информацию, которая была оприлюднена этим сайтом. Поэтому здесь, мне кажется, этот проект, он рассчитан на длительный период. Мы будем узнавать очень много нового для себя. Я не исключаю, что каким-то образом это будет влиять на наши внутриполитические события. Но то, что под Wikileaks, под общим массивом информации, которая сегодня, скажем так, определена, мы реально увидим и различные, как сказать, заказные истории, которые будут направлены на то, чтобы повлиять на тех или иных лидеров стран, на те или иные события. Я думаю, что этот процесс, как и многое другое, которое появляется в Америке, очень хорошо будет управляемо. Спасибо, что сегодня были с нами. Валерий Коновалюк был гостем часу.